покажу, как сделать оптимально мультизагрузочную флешку. Сколько я не пытался, но два варианта я нашел самых нормальных и как бы проверено, пользуюсь до сих пор. Прежде чем делать, упаковывать их, надо чисто ISO. Там посмотрите, какие скачать с интернета. Если их нет, я поставлю их к себе на ссылке. Упаковали. Только упаковывать надо, ну, в принципе, по желанию сделаю видео. Ладно, поехали. Время идет. Ротус. В принципе, они все идут одно и то же. Но она как бы обновленная есть. Можете сайты скачать. Выбираем. Если вот так вот упаковали любую систему, которую у вас GTR не надо ставить, MVR. Я в предыдущих видео рассказывал, почему. Что они на старые только идут. И те, которые вшитые. Здесь ничего не надо делать. Галочки ставить, ничего. Ваша система, ну, в принципе, все, она автоматически само ставится. Только вот это MVR и все. В принципе, стартуете, она у вас... Все, поехала сразу. Она будет у вас распечатанная, ну, там. Потом ставите, у вас будет она в системе DVD работать. Не CD, а DVD. Вот это маленько посложнее. Открываем запуск от имени администратора. Вот. Это предупреждение. Обновление задания. Обновить не надо. Сервис. Ставим настройки. А, не надо веб-страницы. Журнал событий. Ну, это ядро, это естественно, куда он будет. Статистика, включить обновление. Обновление отключаем. Ключи слетят сразу. Применяем. Ну, окей, все. Здесь что делаем? Вот она, мультизагрузочная флешка. Заходим вниз. Какая у вас? Вот 4096. И флешку запускаем на 64 бита. Так как у вас оперативная система какая стоит? В принципе, здесь не надо ставить. Вот так вот. Вот здесь старт, можете не стартовать, но на всякий случай надо ставить. Закрываем. Подготовки этапа. Ну, здесь, естественно, надо, пусть она все стоит. Здесь она проверит. Все сделает, скопирует файлы. А здесь экран будет у вас какой. Может больше, может меньше. Ну, стандартный. Это у вас будет заставка. Флешку обязательно ставить TNC, можно в принципе EFAT, но EFAT как бы ненадежно. Здесь идут сразу USB HD 256 на старые, на новые компьютеры идут. Здесь обычно, если что-то не получится, ну, все равно должно получиться проверка, исправлять ошибки, ну, поставьте. В принципе, это ставится, ну, сейчас увидим, что у нас. Вот она. Ну и поехали. Например, десятку. Делаем далее. Выбираем десятку. Дальше открываем. Добавляем. Ну и, в принципе, поехали дальше. У кого-то семерка есть, у кого-то восьмерка. Семерку делать лучше одну по одной, чтобы было у вас не так, как у меня, по одной. У вас потом просто не получится. И добавляем вот так вот все программы. Если вы не знаете, поставьте просто неизвестный образ. Вас покажет.
прототипный поставить. Грув — это совсем другое делать. И далее. Ну и убираем здесь, что у нас тут, например, программы запакованы. Потом можно будет открывать. Ну и так вот добавляем полностью все. Что там у нас дальше? То же самое, не знаем. Вот антивирусы, если вставить. Вот Касперский, далее. Выше ставим и поехали. Касперский добавлять. Он то же самое будет работать, только другой системе Linux будет работать она. Вот, а потом опять. Ну и при пределах разумного, сколько у вас работы будет, сколько занимает флешка у вас, или жесткий диск, ну и или еще чинот в ВМП для ремонта компьютеров. Ну, в принципе, запускаем, и у вас сразу копирование начнется. Если нет, поставьте жесткий диск или флешку. Вот. Форматировать. И потом убираете галочку, пускай она вас полностью очищает. Очистит. И, в принципе, все. Поехали. И, ну, сколько на жестком диске может быть и поменьше будет. Ну, у меня часа 3-4, 64 гига. А прежде чем делать, постарайтесь отключить антивирусник. Он не будет так проверять и будет веселее, побыстрее. И, в принципе, все. Что-то где-то не ясно, напишите в комментариях. Всем пока, до свидания.